Вот такую выкладку товара предлагает незаконный предприниматель своим покупателям в районе промышленного рынка. Ни разрешающих документов, ни понятия цивилизованной торговли. Впрочем, таких горе-бизнесменов немало. Неподалеку на улице Астраханской еще один елочный развал вместо базара. Хотя здесь есть все разрешающие документы. Вот только нету желания оформить место торговли согласно требованиям. Официально елочный базар, красиво огороженное место, установленное, а не так, что наваленные елки. Эту стихийную свалку новогодних деревьев на Анапском шоссе ее владельцы называют базаром. Предприниматели, не имеющие документов на торговлю, плохо идут на контакт. Они не согласны с действиями представителей администрации казаков. Но, тем не менее, сотрудники МОП-контроля требуют подчиниться букве закона. На сегодняшний день здесь абсолютно самовольно установлен рынок. За это сейчас мы должны составить протокол и ликвидировать эту несанкционированную торговлю. Протокол составили, незаконную торговлю ликвидировали. Предпринимателя ждет предупреждение или штраф в размере 2000 рублей. Повторное же нарушение повлечет более серьезные штрафы. Впрочем, муниципальный контроль обещает проследить, чтобы рецидивов не случилось. На Анапском шоссе сегодня выявлен факт самовольной установки елочного базара. По факту нарушения составлен протокол и передан на рассмотрение в административную комиссию. Эти данные рейды будут проходить ежедневно на приведение в соответствие всех нормативов по установленным елочным базарам. Всем предпринимателям, кто еще не оформил елочные базары, муниципальный контроль настоятельно рекомендует это сделать. Ведь общий облик курорта формирует в том числе и каждая торговая точка. К тому же, повышая привлекательность торгового объекта, увеличивается и спрос на товар.